находимся в Москве, в фотостудии, и снимаем сегодня съемку для журнала InStyle, для октябрьского номера, осеннюю историю с одеждой русских дизайнеров. И у нас сегодня такие изумительные декорации, которые помогут нам поддержать наше настроение. Мы еще до конца не сделали мейк, волосы, и когда все это будет уже готово, я думаю, будет сразу настроение соответственное. Дважды в год, в новый сезон, журнал InStyle старается снять историю с русскими дизайнерами, поскольку за долгий период времени мы часто с ними работаем, и у нас появились достойные дизайнеры и достойная одежда, и интересные коллекции. Поэтому сегодня я взяла достаточно много дизайнеров. У нас здесь и Алена Ахмадулина, и Вив Вокс, и Вика Газинская, и Аля Рус, и Валевская, и молодые дизайнеры. Есть еще Чепурин, конечно. Много разных. Мы стараемся совмещать таких достаточно взрослых дизайнеров, которые давно уже работают на российском рынке, с более молодыми брендами. Задача создать первый образ дерзкий. И легкий, но в то же время должна быть текстура. Такая воздушная текстура, все в таком состоянии, как будто волосы задуты ветром назад. Героиня у нас очень интересная, это молодая девушка, у нее интересная такая короткая стрижка, и хотелось все-таки что-то совместить, такой ее жесткий образ с разными стилями, с мягкими, с трикотажем, женственными платьями, с костюмами, поэтому, надеюсь, ей все подойдет, у нас все получится. Наши дизайнеры все-таки делают такие авторские коллекции, они небольшие, но авторские. И зачастую они не отражают тренды, они просто являются какой-то такой отдельной историей. Но у нас здесь есть, как всегда, мужской стиль, который андрогенный, такой, который показала вот Вика Газинская, мы сегодня его снимем. И у нас есть здесь орнаменты, у нас есть здесь пастель, которая продолжается как бы продолжение прошлого сезона летнего, она остается в моде. У нас есть комбинезоны, которые тоже были модные летом и будут модные осенью и зимой. Передаю привет каналу Fashion One. Привет, Fashion One. Привет, Fashion One.